Здравствуйте, в эфире «Якутия-24. Новости экономики». В студии Евгений Баженко. Доставка корреспонденции Почты России будет занимать 2-3 дня, но случится это через 2-3 года, сообщил глава компании Николай Подгузов. За это время Почта России намерена полностью обновить свою логистику. Предполагается создание трехуровневой системы, которая будет включать 7 больших хабов, 2 из них уже есть, 10 хабов в городах-миллионниках и 14 в городах с населением в 500 тысяч человек, а также 9 хабов в крупных областных центрах. До конца февраля должен быть подписан исполнительный договор по строительству нового энергокомплекса в поселке Тикси. Его заключат правительство республики, Русгидро и японская компания НИДО. Об этом сказал Егор Борисов в ходе рабочей встречи с генеральным директором Русгидро Николаем Шульгиновым. Возведение уникального энергоузла в Тикси, состоящего из 3 мощных ветроустановок, 3 генераторов и 3 и аккумуляторных батарей, будет реализовано японской стороной. Впервые в условиях Заполярья планируется опробовать технологию получения электроэнергии из ветра для жизнеобеспечения арктического поселка. Численность безработных в России за 2 года сократится на 300 тысяч человек, что будет способствовать ускорению роста зарплат, сообщает Департамент исследований и прогнозирования Центробанка. За 2017 год уровень безработицы составил 5,2%, сравнявшись с минимальным уровнем 2014 года. Согласно прогнозу, он продолжит сокращаться и в 2018 году составит 5%, а в 2019 – 4,9%. Таким образом, за 2 года численность безработных сократится до 3 600 000 человек, что, по мнению аналитиков, может способствовать росту зарплат в стране. С 1 июля 2018 года на онлайн-кассы в России перейдут малая торговля и общепит, а с 1 июля 2019 года все работы и услуги. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Онлайн-кассы автоматически передают информацию о покупках и продажах в налоговые органы. На сегодня в России работает 1 620 000 касс. Налоговая служба получила сведения о более чем 19 триллионах рублей выручки. Ежедневно формируется свыше 100 миллионов чеков. Средний объем выручки на одну кассу почти в 1,5 раза превышает дореформенный уровень, отметил Мишустин. 1200 российских предпринимателей, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов, могут исключить из черных списков. С таким предложением к Центробанку выступил Сбербанк. Механизм обмена информацией между банками, Центробанком и Росфинмониторингом о сомнительных клиентах заработал в конце июня прошлого года. В результате некоторые клиенты лишились доступа к банковским услугам по ошибке или за незначительные нарушения. Поэтому уже в ноябре прошлого года Центробанк допустил возможность пересмотра черных списков. Из-за укрепления рубля в Россию стало приезжать меньше туристов. В среднем на 20% ушел в минус турпоток из Финляндии, Польши, Латвии и Монголии. По данным пограничной службы ФСБ, в 2017 году иностранцы приезжали в Россию 32 миллиона раз, что лишь на 2% больше, чем годом ранее. Лидером в очередной раз стала Украина – 9 миллионов 800 тысяч поездок. Далее идут Казахстан – 4 миллиона 100 тысяч и Узбекистан – 2 миллиона 400 тысяч. Четвертую строчку занимает Китай – 1 миллион 800 тысяч туристов. В предыдущие годы популярность нашей страны росла в основном за счет девальвации национальной валюты. Теперь же ее рост стал причиной подорожания поездок в Россию и подорожания трат на пребывание внутри страны. На 1,7% соответственно снизилось количество юридических лиц и торговых объектов, торгующих алкоголем в Якутии. По состоянию на 1 января 2018 года осуществляют свою деятельность 368 юридических лиц, которые имеют 379 лицензий в 799 торговых объектах. Об этом стало известно в ходе брифинга руководителя управления по госрегулированию алкогольного рынка Якутии Матвея Лыткина. В 2017 году в республике в целом реализовано меньше алкогольной продукции, чем годом ранее. При этом продажи местных производителей выросли. Представители Республиканского госкомитета по занятости населения совместно с представителями Алроса завершили поездку по Вилюйской группе районов, где проводили собеседование с местными жителями, желающими трудоустроиться на Верхнем Мунское месторождение алмазов. Подробно о результатах поездки в актуальном интервью рассказал первый заместитель председателя госкомзанятости Алексей Павлов. Результатом нашей поездки являлась подбор кадров. В сумме по 4 районам, это Верхневилюйский, Вилюйский, Сунтарский и Нюрбинский, желающих было свыше 1200.
300 компания сразу отобрала как подходящих под свои требования, и им предстоит пройти проверку службы безопасности компаний. 450 человек было рекомендовано на прохождение профессионального обучения, то есть им не хватает профессиональных квалификаций. И 350 – это молодые специалисты, которые будут направлены на прохождение стажировки на производственных площадках компании. Система налогов и сборов для бизнеса станет проще, а контроль за бизнесом ослабят. Улучшение условий должно сподвигнуть предпринимателей зарабатывать больше и создавать рабочие места, тем самым оживляя экономику регионов. Физлицам пообещали снижение порога беспошлинного ввоза товаров по почте до 200 евро. Сейчас плата не взимается, если стоимость товара не превышает 1000 евро. Регионам в условиях бюджетного дефицита поможет инфраструктурная ипотека, когда частные инвесторы кредитуют строительство объекта инфраструктуры, а затем его пользователи, например, регионы или муниципалитеты, постепенно погашают кредит. Таковы краткие итоги российского инвестиционного форума, который завершился в Сочи. Взлеты и падения биткоина никак не отразятся на курсе рубля, считают финансовые аналитики. Безусловно, некоторые проекты имеют шансы на успех и развитие до уровней Google или Facebook и так далее. Но большая часть исчезнет в ближайшие годы. Вследствие чего рассматривать эту индустрию серьезно пока рано. Равно как и говорить о каком-то существенном влиянии на остальные рынки. Но в целом цифровое золото чувствует себя уверенно и не собирается сдавать позиции. Правда, в скором времени новые, более технологически продвинутые проекты могут кардинально изменить инфраструктуру рынка. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.